Антонина Ивановна, вам в марте исполнилось 95 лет. Скажите, пожалуйста, а сколько в душе, на сколько лет вы себя чувствуете? Антонина Ивановна, да, вы меня слышите? Хорошо. Я с вами разговариваю. Вам исполнилось 95 лет. Вот вы чувствуете, что вам уже столько лет, или вы чувствуете, что вы моложе в душе?